Зайти в типичную узбекскую махалю, чуть-чуть подальше от дороги. И практически не видим людей, которые ездят очень спокойно, ну, исключение машины поехала, а так смотрел я ролик в YouTube по поводу, не помню, в Калифорнии, кажется, когда также вот пустынно стоят машины и минимальные движения. Но в такое время дня, видимо, все работают. Вот. Наверху мы видим здание Национального банка Узбекистана. Обратите внимание. Люди появляются понемножку. Но сейчас мы уже выходим близко к дороге. С левой стороны мы посмотрим отель Редисон. Обратите внимание, сейчас огромными темпами строится, застраивается. Очень приятно.